Уход за спиреей. Об основных требованиях спиреи мы уже говорили. Яркое освещение, рыхлая плодородная почва, хороший дренаж и мульчирование 7-сантиметровым слоем торфа сразу после посадки. Что еще нужно для того, чтобы спирея радовала вас прекрасным и длительным цветением? Поскольку спирея имеет неглубокую корневую систему, она плохо переносит сухость почвы и начинает засыхать, поэтому нуждается в умеренном поливе засушливый сезон по 15 литров воды на куст 2 раза в месяц. Рыхление почвы обязательно, как и регулярная прополка. Подкормка спиреи осуществляется комплексным минеральным удобрением после обрезки куста. А в середине лета хорошо бы удобрить спирею раствором коровяка с добавкой суперфосфата из расчета 10 граммов на 10 литров раствора. Из вредителей больше всех досаждают спиреи тля и паутинный клещ. Клещ уничтожается карбофосом, а тля – препаратом перемор. Но в большинстве своем спиреи не подвержены заболеваниям, да и вредители не могут нанести большой вред их красоте и снизить декоративное качество спиреи. Обрезка спиреи. Кусты имеют свойство разрастаться, поэтому приходится время от времени делать им стрижку. У раноцветущих, поскольку цветение проходит по всей длине побега, ежегодно обрезают только кончики, которые подмерзли за зиму. Но через 7-14 лет у кустов отделяют все старые побеги, то есть растения обрезают практически до пня, чтобы потом из самых 5-6 крепких побегов молодой поросли сформировать новый куст, удалив во время вегетации остальные побеги. Через год-два у куста опять удаляют слабые или старые побеги. По концам побегов обрезку следует проводить весной, до того, как распустятся листья. Санитарную обрезку старых побегов можно провести также весной, а можно и летом. Летнецветущие спиреи стригут ежегодно ранней весной. Укорачивать побег нужно до крупных почек. Слабые и мелкие побеги лучше удалить вообще. Чем сильнее обрезка, тем более мощными вырастут побеги. Необходимо вовремя удалять стареющие побеги, иначе они начинают усыхать сами по себе. Когда кусту исполнится 4 года, вы можете ежегодно состригать куст до высоты 30 см от земли. Но если и после этого спиреи дают слабую поросль, вам следует подумать о замене куста, хотя в среднем поздноцветущие виды спиреи живут 15-20 лет.